Этого видеоролика будут появляться ссылочки на видео ролики, переходи по ним и все такое. Короче, наконец я представляю твоему вниманию последний альбом Toyin Apart, записанный не очень качественно. А история записи этого альбома находится в моей группе Toyin Apart, ссылочка внизу под видео есть. Переходи туда и читай. Вот. А сам альбом музыкальный был записан в 2014 году. А только в 2016 году я начал сотрудничать с Недословом. Группа Петула, Эрих, Дед, Харискульт, вот, и другие команды, которых он вокалит охуенным своим скрипом, вот. Вот, и в 2016 году я свел этот альбом, уже очистил его как мох, и он увидел свет в 2017 году на Гульмис Рекордс, это репресс. И в 2016 году, у меня сейчас нет наличия, несколько изданий выходило, первопресс выходил на диски тоже. У меня в наличии нет, тираж был 10 копий, да, 10 экземпляров, которые все распроданы, подарены, выменены. Короче, ну как обычно, все у нас так и делают. Ты думаешь, как в Коловороте? Это эти диски, которые продаются. Они меняют, мы сами музыканты меняют западными магазинами свою продукцию, им те ихнюю продукцию. И так происходит продажа, обмен информацией, так сказать. Вот. Ну что, самое интересное тоже услышал, как бы интересно для тебя новое, потому что не каждый может таким похвастаться знанием. Вот. Я бы тоже с удовольствием в интернет-магазине работал бы в Коловороте, но там туда не берут. Туда берут только смазливых девочек, как вы видите. Вот так выглядит диск. Еще планирую сделать перезание этого альбома. Или, возможно, как еще с каким-нибудь альбомом вместе. В 2020 году с охуенной полиграфией, с логотипом уже фирменным. Это, так сказать, ну, более простой вариант. Вот. Называется этот альбом «Родная кровотеча», «Дети Бледен», «Грязное кровотечение». Все, переходи по ссылочке. Все, подписывайся на мой канал. Пока-пока. Thank you.
Thank you.